365 дней в одном году, 720 часов в одном месяце, 1440 минут в одних сутках, 24 837 дней средняя продолжительность жизни, из них 7244 дня мы проводим во сне. 4225 суток, 15 часов уходит на просмотр телевизора. 1828 суток, 7 часов мы тратим на дорогу, на работу и обратно. 1552 дня, 7 часов уходит на прием пищи. 344 дня, 22 часа тратится на внешность. 1720 часов на интернет. 113 суток и 12 часов проходят в разговорах по телефону. А знаем ли мы, сколько времени мы проводим с ближними? Сколько дней или часов мы признаемся друг другу в любви? Сколько минут, дней или часов тратим, помогая близким или просто незнакомым людям? Сколько времени уходит у нас, чтобы поддержать друг друга? Сколько времени требуется, чтобы заслужить доверие или начать доверять и верить? Сколько времени мы действительно живем с наслаждением, а не просто существуем? Мы считаем, что счастье может подождать, что любовь можно отложить на потом. Но в действительности лишь транжирим лучшие моменты жизни. Не хотим оставаться в тени, но при этом сами становимся тенями, отблесками своих мечтаний, чаяний, надежд. Все лучшее кажется недостижимым из-за нашего стремления немного подождать. Но чего мы ждем? Жизнь быстротечна, и нельзя допустить, чтобы часы и календарь затмили тот факт, что каждое мгновение жизни – это чудо и тайна. Тайна любви, тайна гармонии, заботы, нежности, уважения, взаимопомощи и поддержки, безграничного доверия, веры в ближнего. Каждый из нас способен на большее, чем ему кажется.